Фотомодель Коровникова Мила в себе пытается что-то изменить. Утерянную девственность решила за 20 тысяч рублей восстановить. Такую цену ей назвал знакомый хирург Аполлинарий Голубец, болевший в раннем детстве глаукомой, потерявший зрение, наконец, когда он, посетив факультативом любимый хирургический кружок, пролил на глаз реторту с реактивом и получил существенный ожог. Еще он от рождения был якутом. Но это не беда в сравнении с тем, что был к тому же он и лилипутом. А в остальном он не имел проблем. Его всегда притягивала тайна, которой дышит внутренний наш мир. И потому, быть может, не случайно надел он хирургический мундир. И несмотря на рост, глаукому и прочие проблемы бытия, он скальпель брал и резал по-живому и повторял: «Держись, душа моя!» Но говоря о голубцовском даре, чтобы объективно подвести итог, скажу по правде, что Аполлинарий нормально оперировать не мог. А потому он поступил иначе. В своей работе, не жалея сил, он специализироваться начал на том, о чем вам автор говорил. И девушка Коровникова Мила, придя к нему, раскрыла сходу рот. «Я к вам пришла. Я денег накопила. Здесь 20 тысяч. Посчитайте. Вот. Все, что я заработала за эти недели мод, показы, дефиле, верните, доктор, девственность. Зашейте. Мне тяжело жить с этим на земле. Душа моя, красавица, подруга, зачем судьбу уродовать свою? У вас и так, смотрю, с мозгами туго. Теперь еще и там я вам зашью. Вы, доктор, не стесняйтесь, зашивайте. Кто не рискует, тот не пьет вино. Мне все равно. Вы это так и знаете. Ну, то есть в смысле, что не все равно. Я потеряла веру жить в надежде на светлую и добрую любовь. Но я хочу, чтобы стало все как прежде. Чтоб чистота ко мне вернулась вновь. Чтоб снова с юга прилетели птицы. Чтоб ласковое солнце по плечам. Я верю в то, что это возвратится». Аполлинарий думал и молчал. «Вот вы молчите тут, о чем попало, и вам меня, наверное, не жаль. А я недавно в книжке прочитала про чашечку одну, Святой Грааль, которую когда-то потеряли, да и насрали там в конце концов. Вот так вот и в моей Святой Граале пошли с десятки конченых козлов. Да, в жизни у меня все это было. Я признавала только барахло. Я никого бесплатно не любила. Я отдавалась тупо за бабло». «Душа моя, — сказала Аполлинарий, — мы все не святы. Это не секрет. Но стоит ли свой прятать дельфинарий? Подумайте, любимый». «Доктор, нет. Мне образ этой штуки безобразен. Я поняла, что жизнь моя обман. Я больше не хочу всей этой грязи. Мне ненавистен Петр Листерман. Зашейте мне ее, Аполлинарий, что больше никому и никогда, чтоб ни один малюсенький комарик свой сраный хобот не макал туда. Хочу, чтобы рассвет ко мне вернулся. Я больше не могу так гнусно жить». Аполлинарий грустно усмехнулся. «Так вам восстановить или зашить?» «Восстановлю, зашью, все пустое. Скажу вам, дорогая, не тая, и так, и это обосрок святое. Ну что решили вы, душа моя?» «Восстановить». Аполлинарий хмуро достал из шкафа скальпель не спеша и тихо произнес: «Какая дура, моя святая русская душа!»